втюхаться либо в глаза партнерши. Либо в глаза, либо через плечо. На ноги, чтобы не наступить своей партнерши на ноги. На пальцы. На партнера. Ну, в глаза, да. На партнерши. Ей глаза. В глаза, наверное. Да, собственно, на своего партнера. Глаза. Да. Во время танца, ну, часто парни, ну, ведут себя очень неловко и как-то скромно, но я считаю, что надо смотреть в глаза в первую очередь. В глаза девушки. Я думаю, на партнера, а не в лицо. Наверное, на партнера. В глаза. Но на самом деле эти моменты нужно чувствовать. Нужно прочувствовать, когда лицо, нужно лицо. Смотреть человеку в глаза, когда опустить их. Ну, вот эти моменты, это все происходит уже во время того, как ты танцуешь, в процессе, ты это начинаешь понимать.